Привет, всем добрый день. Иду с утра к маме. Таня проснулась пораньше, тушила крылышки, запекала в духовке, супа наварила. Время 10:30. Сейчас по плану хотим выйти в район набережной, немного погулять. Ну и поснимаем кое-чего. Кое-чего. Давно я там не был, очень давно. Хоть и живем рядом, так получается все. Ну вот, нас уже ждут возле подъезда. Кот Котофей и мама сидит. Привет! Привет. Чего? Как дела? Все нормально. Сейчас занесу тут кое-что, принес-то. Занесу к тебе и пойдем на набережную. Хорошо. Мы в беседке. Слышите? Эхо какое. А? Беседки, потому что единственная вот на этом протяжении скамейка, где есть спинка. А так все вот такие вот. Ну, скамейка. И то открутили один подлокотник. Кому-то надо, видно было. Очень надо. Тут молодежь с ногами залазит. Дурака валяют. Беседка. Сейчас пройдусь немножко вот на набережную, там какой-то автомат стоит, как мама говорит, кормить голубей, что ли, платно. Сейчас посмотрим. Да, давненько я тут не был. Ни с мамой, ни без мамы. Ну, так получается. Так получается. Все какие-то. Все что-то мешало. Гродно уже нет теплохода прогулочного. А может есть. Ушел в рейс. Ну вот. Вот. Мама рассказывала мне, что поставили какой-то автомат. Кормите птиц правильно. Можно не жареные семечки, подсолнечные, тыквы, дробленый арахис, зерна овса, просо, пшеница, овсянка, комбикорм для птицы. Нельзя хлебобулочные изделия. Кто ж вас слушать будет? В магазине что покупают? Батоны, хлеб, соленые орешки, чипсы, сухарики. И что они тут накидали? Какая-то смесь. Как отруби воздушные, что-то такое. Оплата картой 50 рублей. Картой. Корм для уток. А, для уток. Не для голубей. Я что-то думал, для голубей. Эти голуби и так находят себе. Все время что-то находят. Да, на реке уже ряска. Давно она, наверное, с июля месяца. Раньше мы часто здесь бывали, очень часто. Сегодня пасмурно, плюс еще в ожидании мы дождика где-то к обеду, дождик должен быть. Напротив магазин «Тысяча мелочей»,
такая сегодня прогулка. Прогулка, говорю, такая. Рассказываю маме, смотрел в новостях, показывали город, если не ошибаюсь, Ярославль в России. Ввели на местном уровне закон. Вот в черте города, кто плюется, накладывают штраф. Ну и показывают моменты там. Один мужик высморкался так. Ну, некрасиво это. По-хамски, как я считаю. Об асфальт. Ну, платочек трудно. Эту тему уже не раз подымал. Ну, не хочешь ты носить платок, купи салфетки одноразовые. О, за это же деньги надо платить. Вы что? Ну, это называется отсутствие культуры поведения. Вот и ходят, штрафуют. Может, это показуха, конечно, каждый день. Разве всех вычислишь? Ну, показали какую-то там, какое-то помещение, оборудованное мониторами, и там следят. Может быть, это в центре города, вот они следят за людьми, фиксируют, как они их потом находят. Ну, показали так для сюжета, что вот непосредственно происходит контакт, как говорится, с патрулем. Люди в гражданском там показывают какой-то документ и выписывают это, составляют протокол и штрафуют за плевки и сморкания, не там, где надо. Такое происходит не только вот, допустим, там в России. Это давно уже, давно существует. И в Японии, и еще в 70-х годах это мы сюжет смотрели. Там, допустим, за плевки не знаю, а вот за курение в общественных местах. Камеры вычисляют, а потом давай денежку. Нельзя курить на ходу, к примеру. Ну здравствуйте. Вот. Ура, ура. Мы сегодня с Сашей на бульваре. Ну, рассказывай. Хотим зайти в магазин. Я уже давно не говорила на камеру. Все, Саша да Саша. Мы вместе с Санечкой. Потихонечку. Так получилось, что были в поликлинике и... Приехали автобус. Приехали туда, вот, на поликлинику. В поликлинику ездили такси. А назад вызывать такси в два раза дороже. Но решили сэкономить. Поехали на автобусе. Зайдем в магазинчик.